наши права не продаются. Но на деле мы видим, что наши права проданы, так как не соблюдаются эти законы, и европейцы сотрудничают с нашим Казахстаном, несмотря на то, что наши права здесь нарушаются. Поэтому мы хотим попросить вас, прежде чем подписывать документы, пожалуйста, потребуйте от Казахстана, от казахстанских властей соблюдение всех требований, под которыми подписался Казахстан. Это свобода слова, свобода политзаключенным. Также требуем отменить решение по ДВК, так как оно незаконное, и защитить казахов от преследований в Китае. Да. 26-27 ноября в Астану приезжают дипломаты Европейского парламента подписывать договора. Мы записываем видеообращение заранее, потому что мы знаем, что мы 26 ноября просто-напросто не выйдем из своих домов. На своей собственной земле, в своих собственных домах мы дискриминируемся и преследуемся. Нас просто не выпускают из дома, поэтому мы не сможем добраться до Европейского Союза на космонавтов 62. И мы заранее пишем, передаем свое видеообращение. Мы просим выполнить условия для сотрудничества с Казахстаном. Для начала должны соблюдаться наши гражданские и политические права. Наши условия. Первое – это освободить политических заключенных. Второе – это отменить решение по ДВК. И третье – это защитить казахов от преследований Китая, чтобы не было экстрадиции и депортации этнических казахов. Первое требование – освободить политических заключенных. Освободить! 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 Отменить решение по ДВК. Отменить! 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 Защитить казахов от преследований Китая. Защитить! 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 Саяси тұтқындарға бостандық! 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 Қазақстан демократиясының таңдауының сот жүйесі жойылсын! 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 Қытайдың қуғын сүргінінен қазақтарды қорғау! Қытай қуғын сүргінінен қазақтарды қорғау! 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 Қорғау!